Я закупилась косметикой из обувного магазина Кари. Обзор, который мы заслужили. Вы вообще слышали, что там есть косметика? Вот и я нет. Но поверьте, их продукты меня реально удивили. Сразу скажу, что тональный крем, который мечтал быть Диором, но родился в другой семье, я покажу в своем телеграм-канале. Ссылка в закрепленном комментарии. Давайте начнем с вот этого хайлайтера. Он, конечно же, у нас разбитый. Ну а чего вы хотели? Вот это Кари. По-моему, всем очевидно, что хайлайтер красивый. Мне самой это удивительно. Если бы он еще был не разбитый, было бы вообще вау. Так, давайте теперь попробуем вот этот вот блеск. Он так называется, блеск для губ. Блеск для губ оказался матовой помадой, ну и достаточно симпатичный. Я бы с удовольствием устроила трэш-обзор, но мне реально нравится эта помада. Она комфортная, не липкая, быстро застыла и лежит очень красиво. Ну а в следующем обзоре я вам покажу нереально сияющие тени и вот такую вот палетку.